Смотрите, женщина. Мы снимаем все. Мы все снимаем. Примите меры. Вот. А это ее помощник. Алло, примите меры, реагируйте. Алло, потому что презентация выборов происходит. Вот почему причина. Это уголовное преступление. Ночью мне здарилось ехать у метро, где одна бесчетная рука залезла у кишеню с моим паспортом, а другая бесчетная рука у кишеню с моим портмоне. И так было ж когда истым развитываться, что я гучно закричал: «Шановные громадяне, кто взял мой паспорт, просьба вас зараз, покуль двери не чинятся, вернуть». Что вы думаете, все в голос кричать: «Не-не-не, не мы», а кто сте шептом: «А зерни вот тут унизи каля дверей». Я зернул унизи каля дверей мой паспорт лежит. Дорогие люди, давайте часом вякать, давайте часом гучно казать крадеж, гучно казать неправда, гучно казать злодей. Хлусу, подманщику не повинно быть у наших умовах занадто легко. Мы своей обыяковостью створаем вот такую легкость. Зробим его житё максимально насыченным. Хай ён червонее, хай ён ёрзая, хай у яго вочки бегают. Такая ситуация на выборах. Кожный, кто прыдзе незалежным назиральником, магчыма, ён ничего не халеры не изменить. Магчыма, усё одно подмануть. Але сам процесс хлусни зробится не такі лёгкі, не такі, як по маслу. Будуць спотыкацца, будуць вочкі бегаць, будуць твары чырванець, таму што кожны незалежны назіральнік гэта такі компетентны сведка, які ведае, што яму хлусіць. І той, хто хлусіць, таксама ведае, што побач стаіць чалавек, які ведае, што яму хлусіць. Мы не смела, павольна, адмарожана уваходзім у беларускую гісторыю. Шаноўныя назіральнікі, шаноўныя выбарцы, назірайце за гісторыяй.